Доброй ночи всем, кто еще смотрит телевизор. С вами Александр Жестков. Воскресный траурный марш памяти Бориса Немцова совпал с еще одной печальной датой. 1 марта, 20 лет со дня гибели Влада Листьева. Это убийство не раскрыто до сих пор. И хотел бы получать на них конкретные вопросы, ответы. В нашей программе вся правда о деле Листьева от следователя по особо важным делам Бориса Уварова. Он вел это дело. Но прежде вспомним. Впервые в новейшей российской истории заказное убийство повергло в шок всю страну. Влад был всенародным любимцем, ведь его телешоу в начале 90-х отвлекали от грустных мыслей об обманутых надеждах. Десятки тысяч раздавленных горем людей. Очередь из желающих проститься начиналась от метро ВДНХ и тянулась до концертного зала Останкино. Больше 6 часов. О Владе Листьеве плакала вся страна. Это позор нашей страны. Меня, мой позор, ваш позор, позор правительства и позор, конечно, преступного мира. Так мало света сейчас в этой стране, что лучики этого света, такие как Влад, должны существовать. Центральные каналы отменили все программы, кроме новостных. На экранах страны замер траурный портрет журналиста. Ни прежде, ни потом. Такого не было. И даже президент извинялся, что не уберег. Произошла трагедия. Трагедия для коллектива Останкино, для всех журналистов России, для всей России. Он стоял у истоков перестроечного телевидения. Взгляд, поле чудес, тема и, наконец, час пик. Во время его эфиров в стране пустили улицы и снижался уровень преступности. Вы будете выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах 96-го года? Вы знаете, меня не это занимает. Меня занимает сейчас, вот как мы живем, что получается с реформами. Влад Листьев всегда был простым и понятным. И говорил откровенно. Я очень люблю женщин. Это отнюдь не значит, что я волочусь за каждой юбкой. Отнюдь нет. В этом отношении я достаточно привязчивый человек. Вот я женюсь и живу, значит, там. Но не любовь женщин, не всенародная любовь. Его не уберегли. Алексей Раевский. Главная тема. Влада Листьева расстреляли в подъезде своего дома. Одна пуля попала в плечо, вторая в голову. На месте убийства нашли гильзы двух видов – чешского «Скорпиона» и немецкого «Вальтера». При себе у журналиста были 1,5 миллиона рублей и 6 тысяч долларов. Они остались нетронутыми. Сразу после убийства президент Ельцин уволил прокурора Москвы и начальника ГУВД столицы. Расследованием занималась бригада из 25 следователей. Ее руководители менялись 5 раз. Сыщики отработали несколько гипотез. Среди них – убийство на бытовой почве, месть из ревности, политика. Но главной версией все же оставалась деятельность Листьева на посту гендиректора УРТ. Руководителем канала журналист проработал всего 33 дня. Как минимум 3 человека сознавались в убийстве Листьева. Но проверка показала – это самооговор. Ровно 20 лет назад, 2 марта 1995 года, дело Листьева попало в руки Бориса Уварова, одного из самых опытных следователей генпрокуратуры. Однако найти убийц Влада Уварову просто не дали. Расследованию дела мешали. Ну, например, на 3-м месяце расследования мне стали, руководство стало, прокуратура стала говорить, чтобы я ушел в отпуск на отдых. Я отказался. Уварова отстранили. Это случилось после того, как он решил проверить версию причастности к убийству Листьева Бориса Березовского. Березовский был как бы в числе, ну, скажем так, друзей семьи Ельцина. Ну, я понимаю, что ему, как президенту, хотелось, и чтобы и истина была, и чтобы овцы остались целы. Еще в советское время Борис Уваров вел расследование хлопкового дела в Узбекистане, а в начале 90-х изучал работу Министерства финансов России. У него даже появился специальный термин – «лица, недосягаемые для закона». Убийство Листьева было связано с лицами, которые находились
или частично в недосягаемости для закона, или совсем. Впрочем, среди подозреваемых были и коллеги журналиста по взгляду. Молодые смельчаки, которые еще недавно по пятницам завораживали всю страну, теперь делили должности и деньги в новой телекомпании «ВИД». Александр Политковский быстро отошел в сторону. За 20 лет после убийства Листьева он потерял еще и жену, Анну Политковскую. Она тоже стала жертвой киллеров. И сегодня он не надеется узнать имена убийц Влада. Я думаю, что организаторы преступления, да, в принципе, мы о них не узнаем. И те люди, которые, так сказать, это исполнили, так же, как и косточки Влада, уже истлели. Ну а следователь по особо важным делам Уваров теперь работает адвокатом и даже пишет стихи. О, Пушкин мой, что ты воспел бы нам здесь, на развалинах любви и веры, где будут ли внимать твоим стихам предатели, лжецы и лицемеры. И к нам из Санкт-Петербурга присоединяется журналист Владимир Мукосев. Добрый вечер, Владимир. За 20 лет убийство Владислава Листьева так и не раскрыто. Как вы думаете, почему? Причин много. Но думаю, что все они как бы начинаются с собственно этого трагического дня, 1 марта 1995 года, когда сама ситуация в Останкино была такова, что даже убийство там, собственно, и не считалось чем-то невозможным. Потому что слово «карамзинское воруют» – это было слово естественное и обозначающее все, что там происходит. Ну, а коль там были уже небольшие деньги, а капиталы, и, к сожалению, к их как бы криминальному происхождению имел отношение и мой товарищ, ученик, и коллега по работе Владик Листьев, то, к сожалению, повторяю, убийство уже и перестало быть невозможным. Мы помним, что президент Ельцин приезжал на прощение с Листьевым в Останкино и взял расследование под личный контроль. Почему даже это не помогло? Да плевать хотел Ельцин на то, что он говорил. Он говорил не только это. А главное, плевать на это хотели те, кто это должен был исполнять. Хотя бы в силу того, что это был прекрасный повод для пиара на крови. Вот и все. Ельцин уехал из Останкино и забыл об этом. Известно, что вы проводили собственное расследование смерти Влада. Каким выводом вы пришли? Я здесь человек заинтересованный, и, наверное, мои выводы не могут быть непредвзяты. А вот мнение моих коллег и друзей, и Артема Боровика, и Юры Щекочихина, и главное, даже не коллег, а следователей, которые вели это дело. А мнение это, если их как бы обобщить, звучало следующим образом. Листьева убили не просто какие-то посторонние люди, а убийц надо искать в ближайшем окружении. Владимир, а как вы думаете, мог ли Листьев уберечься? Может быть, если бы он постоянно ходил с охраной или был более осторожен в принятии решений? Разве когда-нибудь кого-нибудь спасал, сказать, охранник? Ну, я таких случаев, во всяком случае, не знаю. Хотя вот сам 3 года проходил с пистолетом под мышкой, мне его выдали, как было написано в специальном постановлении Верховного Совета для решения проблем самообороны. Это был депутат Верховного Совета. И угрозы раздавались каждый день. В то время никто бы не мог уберечься ни от убийства, ни от ранений, ни от еще чего-то, хотя бы в силу того, что сама атмосфера была насыщена криминалом настолько, что пуля – это была составная часть просто той атмосферы. Вы верите в то, что люди, организовавшие убийство Влада, когда-нибудь понесут наказание? Эх, не хочется пользоваться классикой, но другого, чем есть Божий суд на месте разврата, я сказать не могу. Сейчас я обсуждаю другое громкое преступление – убийство Бориса Немцова. У вас есть надежда, что заказчики и исполнители будут найдены? Нет. Спасибо. С нами из Петербурга был журналист Владимир Мукосев. Представитель Следственного комитета России Владимир Маркин заявил, что расследование дела Листьева продолжается. Дело не будет прекращено, пока не будет раскрыто, сказал Маркин. Также он сообщил подробности нового громкого убийства – расстрела Бориса Немцова в центре Москвы.
Причем, что характерно, магазин, по всей видимости, был сформирован из гильз разного производителя. То, что преступление было тщательно спланировано, не вызывает никаких сомнений, так же, как и место, выбранное для этого убийства. Похороны Бориса Немцова пройдут во вторник в Москве. Ну а память о Владе Листьеве спустя годы увековечена. В честь журналиста назвали улицу в городе Армавире Краснодарского края, а в поселке Боровое в Сибири имя телеведущего носит не только улица, но и площадь. Еще имя Листьев присвоено астероиду. Он по сей день вращается вокруг Солнца. А я желаю вам спокойной ночи. До свидания.